много ли тебе папа Леопольд набросал игрушек? Немного, Саша, ты ему набросал? Чтобы он выбрал тебе. У всех есть свои игрушки. У Марселя такие. А ты ему выбросил, чтобы он сам выбрал? Ну да. Не все еще. Такие хорошие игрушки, сама игралась. Конечно. Мы экономим. Выбирайте. Мне так много всего надо. Где Марсель? Не знаю, спать пошел. Ушел недавно. Марсель, иди и гуси выбирай. Марсель, пойдем. Идем, так задевая за кресло. Марсель, иди, папа игрушки дал на выбор. То мы сейчас пойдем в коробку и будем потом менять вам. Леон, это не тебе. Леон, иди, не мешай. Боже, сколько игрушек. Боже мой. Леопольд растерялся, он даже не знает, что первое выбрать. Чарли, помоги выбрать. Посмотри. Что ты там, Чарли принес? Чарли тоже будет играться, да, Чарли? Видишь, он уже что-то... Что-то увидел. Отдай. Отдай. Ты еще порвешь. Давай что-нибудь потверже найди. Да. Это игрушка для котов и собак. Не, ну все попробуй. Алиса что-то выбрала себе. Леопольд? Рыся выбрала. И пошла в сторону со своей игрушкой. Рыси, иди сюда, Рыся. А ты игрушка вот такая. Ты я. А что она не стоит? А ты ли что утащила? Нет, так мышу эту утащила, а? Терри, давай туда. Терри. Я пойду. Дай рыси. Мне кажется, больше всех вот эту мышу хочет рыся. Ну, наверное. Нет. Дай, а то мне рука занята. Покажи ей. Вот эту, нет, которая ездит мышу. Вот эту, вот эту, вот. Рыся. Не... Рыся. 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 Да она просто занята. Давай еще раз. Что, папа с коробки достал кота? Ой. Спят, да. Какое-то сонное царство. Сколько у вас игрушек, и вы не играетесь. То папа им тряпочки теперь дал. Леопольду. Леопольду? Да. Теперь он нам дал... Это надо днем дать, да, не будет так. Так они хотят. Ну, тогда надо сложить в коробку. И выдавать по одному. Нет, ты не дадим. Марсель, вылазь уже. Марсель еще там... В засаде надо дождаться Марселя,
чтобы он выбрал игрушку. Потом сложить. Лунтик, ты почему не заинтересовался ни одной игрушкой? Лунтик не заинтересовался. Терри зато заинтересовалась. Терри, да. Леополь, конечно, не уходит, но мне кажется, он хочет тоже спать. Ничего не выбрал. Все, тогда Леополь будет спать. О. Мне кажется, Рысе бы понравилась мышка. Но Рыся что-то там. А вот, боже, такие классные игрушки. Да я бы сама игралась. Ой, это я помню, Галя прислала. Это Галя прислала. Да, тут много чего Галя прислала. Леопольд. Рыся. Рыся. Рыся, на. Терри не дала. Ей как раз вот та мышка бы понравилась, но Терри чуть-чуть не дала. Вот это мне мышка сильно нравилась. Мышка вот в такой штучке. Уже Флэш идет, думает, что... Смотри, видишь, Леопольд выбрал себе игрушку. Терри выбрала себе. Мышку, конечно. Какую Леопольд мог выбрать? Леопольд мышку выбрал, а Терри уточку. Точно, теперь он зайца выбрал. Сейчас он разберется с этими игрушками и поймет. Или пошла на разборки. Я не успеваю. Я понял, куда ты потащил зайца? На кухню готовить. Готовить. Там же свет не горит. Леопольд. Леопольд. Вот так. Выбрал себе игрушку и унес, чтобы не... А чего вы не пошли играться? Войдите, посмотрите, сколько игрушек папа достал. Сидят все. Лежат все. Позанимали места. Ну, спать пора, понятно. Лунти занял крутое место. И выбрал себе игрушку. Леопольд уже выбрал. Уже пошел на кухню. Сам зайцем на кухне его за дверью. Играется уже. Там темно, я ушла туда. Так, а ну-ка давай. Вот. Уже и коробки им оставили. Уже он принесли вторую. Собака спит, даже не снимается. Ой, папа пришел, принес зайца. Папа принес зайца, и Леопольд пришел вместе с ним.
Вот мы же знали, что если дать много игрушек, то у него есть любимый заяц. Можно заяц не убирать? Да, нет, в коробку пока, да. Тебе, ты выбираешь себе игрушку, а ты же не слажен в коробочку. Будем вам давать. По одной будем давать. Боже, такие классные игрушки. Обалдеть, я бы сама играла.